Привет, YouTube! На волне снова Rus Game Tactics, с вами Александр Плав. Сегодня мы начинаем прохождение игры Homefront. И не будем далее терять ни секунды, мы начинаем кампанию и рвемся в бой. Поехали! The torpedo that sunk the Chunun and took the lives of 46 South Korean sailors was fired by a North Korean submarine. North Korea's weapons program continues to intensify. Now surpassed 1,000 missiles. Global leaders express concern over North Korea's latest atomic test. Kim Jong-il's government strongly defended its recent atomic test as a rightful response to Western aggression. President appeared at the UN to call for severe sanctions against North Korea. This morning comes the news of Kim Jong-il's death. North Koreans greet their new supreme leader, Kim Jong-il's son, Kim Jong-un. 우리 공화국의 통일은 남한과의 한민족을 갖고 올 것이며 경제와 산업의 발전을 갖고 올 것입니다. Today, our beloved leader, Kim Jong-un, has united North and South Korea, forming the Greater Korean Republic. Talks to end the Saudi-Iran war have stalemated once again. Meanwhile, damaged oil wells and pipelines burn uncontrollably, deeply affecting world supplies. Although costs at the pump are ready to break the dreaded $20 ceiling... The only good communist is a dead communist! Across the nation, civil unrest has intensified with the demise of the U.S. dollar. This is not a retreat, nor are we abandoning our Asian allies. Under threat of annihilation by the Greater Korean Republic, Japan has surrendered. Martial law is now in effect. Excessive force will be used. Hours after the president ordered a freeze on bank withdrawals. We don't know where we will get our next meal from. The Mexican government has imposed strict immigration quotas, effectively closing its borders to American refugees. Koreans' annexation continues to spread despite the U.S. Today, the Greater Korean Republic launched their latest communication satellite, claiming it will bring a message of peace to the entire world. Hell yeah, друзья. Ну что же, мы проснулись в какой-то заброшенной хате с дыркой в потолке. Давайте посмотрим. Осмотримся. Тут обогреватель даже есть. Что, зима неужели? Ну нет, судя по листве, на этом дереве на улице осень. Правда, вон там снуют военные автомобили. Кто-то стучит в дверь. Да, давайте откроем, посмотрим. Полковник Джон. Вот мне нравится, в субтитрах написано как бы уже полковник Джон. Он говорит, что он из трудовой полиции. Так я и поверил. Ну, значит, это будет полковник, а не трудовая полиция. Роберт Джейкс, отчего же вы не хотите в трудный час послужить своей родине? Мы понимаем, что вы потеряли все, но вы должны найти утешение в патриотизме. Наш великий вождь Ким Чен Ун научит вас использовать ресурсы вашей родины. И наступит всеобщее процветание. Это наш подарок вам. Но вы... Теперь мы вынуждены расследовать, вправду ли вы радеете за Америку. Уведите его! Бэм! Что он имел в виду, сказав, что они должны выяснить, правду ли я радею за Америку. Итак, мы играем за некого пилота по имени Роберт Джейкобс. Вперед! Смотреть прямо! Не отставать! Подъем! Вставай, живи! Вперед, я сказал! Молчать!
какая-то странная здесь обстановка. Нас сажают в школьный автобус. Ага, вот так вот, грубо, значит. Ну ладно. Так, вот там вот. Сядь и заткнись. Вот видите, северокорейцы захватили очередной американский город. Вот под флагом Америки. Странно, что флаг Америки еще Соединенных Штатов висит. Да, мы, наверное, в полной жопе. Вообще страшные вещи здесь происходят, как видите. Там кого-то забивают прикладами, наверное, убили. Здесь цепляют наручниками, подвешивают. Повезут, наверное, как скот на бойню. Слышь, браток, ты тоже пилот. Они же зачем-то забрали здесь всех нас. Они забрали мою семью. Если не буду сотрудничать, больше их не увижу. Только не смотри. Закрой глаза, дорогая. Маму и папу учили. А вот маму и папу расстреляли на глазах у ребенка. Хотя ребенок больше похож на мальчика, чем на девочку. Они говорили, закрой его глаза, моя дорогая. Ну ладно, опустим этот момент. Вчера передача по голосу свободы. Говорят, такое творится во всей стране. Везде, где сопротивление поднимает голову, КНА терроризирует мирных жителей. КНА. Мясо для трудовых лагерей. Многих из них я уже никогда не вижу. Так, что за остановка? Ага, кого и куда везете? Проверка документов, видимо. Пилотов переучиваться в комплекс 1138. Так, полковник Джон за этим всем стоит. Смотрите, какая башня интересная. С каким-то лазерным лучом сканирующим и с пулеметом уже установленным. Работает в автоматическом режиме, как я вижу. Интересно, как она запрограммирована так, что отличает корейцев от других. Наверное, по разрезу глаз все-таки. Слушай, куда бы они нас не повезли, мы должны держаться вместе. Один за всех, все за одного. Бабах! Вот и все, приехали. Ну что, я надеюсь, нас сейчас спасут немножечко здесь. О-оу. Спасибо, скажешь потом. Спасибо, друг. Так, ну что нам теперь делать? О, пушка это наша любимая. Отлично, что уже дают. Так, быстрее, пока кровь не залила пистолет. Вот тебе, тварь. И тебе. Всем, короче, пипец. Так, это девочка. Девочка по имени Риана. Лезьте через лобовое. Нужно уходить. После такого фокуса вся КНА сядет нам на хвост. А вот и подкрепление. Да, подкрепление, вот вертолет. Они заметили нас. Блин, сейчас сядет и на нас натравит очередной отряд. Так, здесь ничего нет интересного. Ну ладно, вперед. Вот уже патрули. Так, голову надо. Береги. Вау. Ну что, неплохо для первого раза. Берем автомат. А у этого что было? У этого нож, наверное, только был. Что-то у нее никакого оружия не было. Либо я уж патроны просто подобрал, которые у него были. Они так, очередная порция. Еще двое спереди. Странно. Ой, как они хорошо встали. Прям в линию. То, что мне требовалось. Не оставляй врагу патрона. Рожки. Ладно. Корейцы используют ее как склад топлива. Я знаю короткий путь через окраину. Ох, классная пушка. Обожаю прицел с этой красной точкой. Вау. Осторожней, самое главное, быть здесь. Вау, супер. Так, ну зато смотрите, мы еще грену подобрали. И патрончики. Дофига патрончиков. Неплохо. Так,
Ох, смотрите, здесь что-то лежит интересное. Сейчас мы...